Во Владивостоке на улице Камской стартовала прокладка газопровода для подключения частных домов. Всего строителям предстоит пробурить и проложить 1 километр 600 метров газопровода. Во Владивостоке это у нас первая улица, где проводятся данные работы. А на сегодняшний день уже пробурено порядка 950 метров, и работы эти будут продолжаться. До конца этого года, в четвертом квартале, объект уже данный будет введен в эксплуатацию. Поэтому активно призываем граждан подавать заявочки и присоединяться к газоснабжению. При газификации домовладений люди могут получить от властей различные меры поддержки. Законом Приморского края у нас установлены меры социальной поддержки граждан при выполнении работ по дегазификации. Сумма поддержки составляет от 190 до 381 тысячи рублей. Для того, чтобы узнать, к какой группе относится гражданин, необходимо обратиться в правительство, в Министерство труда и социальной политики Приморского края. Деньги выделяются на проектирование, на работы внутридомовые, установку газового оборудования и строительно-монтажные работы сетей. Напомним, что газификация домовладений ведется по поручению президента России Владимира Путина. Газ в Приморье уже есть в домах жителей Спасского района, а также Уссурийска, где в 2024 году проложат еще около 100 километров газопровода. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.